О детских мечтах, дружбе и любви. Под занавес уходящего года Чувашский государственный театр «Кукол» подарил своим зрителям две новые постановки. Про Карлсона, который живет на крыше и проказничает опять, и пьесу «Снежок». На премьере первой побывала и наша съемочная группа. Крыши, 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 океан из разных крыш. Если песню ты услышишь, значит, ты не взрослый, а малыш. История про дружбу обыкновенного мальчика и неугомонного выдумщика и фантазера, несуществующего в реальной жизни, хорошо известный детям и взрослым. Невоспитанный, в меру упитанный специалист по паровым машинам, всегда весел, полон фантазии и выдумок. Малыш и Карлсон попадают в самые невероятные истории. И самое главное, помогают друг другу спастись от одиночества. Сказка о мечте. О том, что если тебе очень грустно, то в твое распахнутое окно обязательно прилетит Карлсон. Главное верить, не унывать и всегда быть готовым к приключениям. Она же упадет! Спектакль «Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять» наши кукольники смогли поставить благодаря активной федеральной поддержке детских театров. До этого в театре в рамках проекта «Культура малой родины» выпустили спектакли «Муму» Ивана Тургенева к 200-летию русского классика и сказку «Рыбаки и рыбки» Александра Пушкина. Галина Титарчук, Валерий Резюков, Республика.